привет! Сегодня мы приготовим бочанка, белорусская национальная кухня. Для этого нам понадобится, соответственно, мясо, колбаса, лук, грибы, мука, сметана, соль, перец. В принципе, все. Итак, поехали! Для начала нарежем мясо. Мясо нарезали, идем ставить казан. Сначала добавим немножко масла. И в ход отправляется мясо. Обжаривается мясо, нарезаем колбаски кружочками. Все, колбасу нарезали и отправляем ее тоже к мясу. Затем нарезаем лук полукольцами. Жарим мясо и добавляем лук. Его тоже обжарим минут 5. Добавляем 2 ложки муки, обжариваем и добавляем соль. Примерно пол литра воды. Вливаем воду. Можно посолить. Минут на 15. Вводим сметану. Доводим до кипения. Наше блюдо готово. Что, осталось продегустировать.
мочанка от слова макать. Вот и будем макать блины в него. У нас получилось легкое приготовление, сытное и очень вкусное блюдо. Его можно подавать не только с блинами, но и с картошкой, с рисом, но с любым гарниром. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Я пошел есть.